Девочке Марине купили куклу, которую она так давно хотела. Она поставила куклу на сервант и легла спать. Утром она проснулась и увидела, что кукла стоит около кровати и поет такую песенку: «Ля-ля-ля». «Я Даша, ты Марьяна, я тебя убью, сил не пожалею». Девочка рассказала все маме, но мама только насмехнулась. Марьяна пришла обратно в комнату, и кукла уставилась на нее и пела уже новую песенку: «Ля-ля-ля». «Я Даша, ты Марьяна, мама твоя не верит, из-за этого и труп». Марьяна побежала на кухню и увидела мертвую маму. Она подошла к кукле, обвела ее, а кукла начала петь: «Ля-ля-ля, папа твой в гро». В этот момент девочка кинула куклу об стенку. Кукла начала петь страшным голосом: «Ля-ля-ля, я кукла Даша всех проклинаю и умирать заставляю». Девочка взяла коробку, положила туда куклу, закрыла коробку и замотала ее скотчем и закопала ее на другой улице. С тех пор ей стала сниться кукла Даша и пела одну и ту же песенку: «Ля-ля-ля, ты меня откопай или ты умрешь». Девочка пошла в тот магазин, где была приобретена кукла, и спросила, откуда у них эта кукла. Они ответили ей, что ее нашли на кладбище, на могиле, где была похоронена Латокик. И тут Марьяна рахнула. Латокик была ее лучшей подругой, а эта кукла ее любимая, ведь она столько о ней говорила. Марьяна откопала коробку с куклой и закопала ее на могиле Латокик. Сны постепенно прекращались, как вдруг ей приснился сон про ту куклу, и яркая вспышка закончила сон. Она встала с кровати, посмотрела на нее и увидела себя. Она посмотрела вперед и увидела куклу. Она подошла к ней и прикоснулась к ее голове. Кукла начала гореть и сгорела дотла. Перед Марьяной появилась лестница, и она стала подниматься по ней. С тех пор вся семья жила долго и счастливо. А кукла горела в углу.